В мае 2022 года мы получили запрос от заказчика и установили контракт. И потом я узнала, компанию заказчика это крупная логистическая компания, известная компания в Алмате. Заказчик в первый раз купил такое оборудование и тоже им пользуется такое крупное оборудование. Потом после заказчик связался с нашим партнером и посетил наших партнеров и узнать нашу компанию и наши продукты. И потом заказчик тоже получил некоторые признания. В автопсии после получения сообщения заказчика мы еще раз отправили нашего специалиста на площадку для проведения монтажа и испытания крана. В настоящее время все завершили монтаж и испытания, и сейчас кран очень хорошо работает. И заказчик дал нам хорошую и высокую оценку для нашего услуг и качества нашего клана.